Добрый день, ребята! Приглашаем вас на урок физической культуры по теме «Броски и метание различных снарядов». Цель нашего урока – применять двигательные навыки для развития точности, контроля и маневренности в небольшом диапазоне спортивно-специфических двигательных действий. Давайте вспомним с вами технику безопасности на уроках по метанию. Перед выполнением упражнений по метанию просмотреть, нет ли в секторе людей для метания. Не оставлять без присмотра спортивный инвентарь. Не передавайте снаряд друг другу броском. После броска идти за снарядом только с разрешения преподавателя. Не производить произвольных метаний. А теперь мы с вами выполним зарядку по видеоролику. Здравствуйте! Мы предлагаем комплекс общеразвивающих упражнений. Исходное положение. Стойка руки на пояс. 1-4 круговые движения головой влево. 5-8 тоже вправо. Повторяем 2-4 раза. Исходное положение. Стойка руки в стороны. 1-4 круговые движения руки вперед. 5-8 тоже назад. Повторяем 2-4 раза. Исходное положение. Стойка руки к плечам. 1-4 круговые движения рук вперед. 5-8 тоже назад. Повторяем 2-4 раза. Исходное положение. Руки на пояс. 1-4 круговые движения в плечевом суставе вперед. 5-8 тоже назад. Повторяем 2-4 раза. Исходное положение. Стойка руки на поясе. Раз. Наклон влево. 2 вправо. 3 назад, 4 вперед. Повторить 4 раза. Исходное положение. Руки на колени. 1-4 круговые движения в правом коленном суставе. 5-8 тоже влево. Повторить 2-4 раза. Исходное положение. Выпад правой. Руки на колено. 2. Исходное положение. 3-4 тоже влево. Повторяем 4 раза. Исходное положение. Руки на поясе. 1-4 круговые движения в левом голеностопе. 5-8 тоже вправо. Повторить 2-4 раза. Повторим технику метания снарядов. Техника метания снарядов состоит из следующих фаз. Это держание снаряда, разбег, замах и бросок. Нажмите на паузу и просмотрите данную картинку. Техника метания малого мяча. Исходное положение. Правая нога отставлена назад на носок. Туловище повернуто грудью в сторону метания. Правая рука согнута в локте. Локоть опущен. Кисть с мячом на уровне лица. Нужно отвести выпрямленную руку назад на уровень плеча. Вес тела на правой ноге, согнутой в колене. Бросок начинается с вращательного разгибательного движения правой ноги, продолжается продвижением туловища вперед-вверх, заканчивается хлестким движением предплечья и кисти. Также вы можете нажать на паузу и просмотреть данную картинку. Для закрепления нашей с вами темы выполним следующие подводящие упражнения.
Если у вас дома не окажется малого меча для метания, сделайте его из бумаги и обверните скотчем. Начнем упражнение. Первое. Имитация броска с места. Выполняем это упражнение 6-8 раз по технике. Следующее упражнение. Имитация броска с 2-3 шагов. Выполним это упражнение 6-8 раз. Третье. Броски в вертикальную цель. Как показано на рисунке 16, цель вы можете сделать сами. Начертить цель на бумаге А4 и закрепить ее на стену. Четвертое. Броски в горизонтальную цель. Начертите на земле квадрат размером 1 метр на метр. С расстояния 6 и 8 метров выполните 8-10 бросков на точность попадания. Пятое упражнение. Броски снаряда с места. Выполните это упражнение 5-6 раз. Броски снаряда с 2-3 шагов. Данное упражнение нужно выполнить 3-4 раза. Ответьте на вопросы по данному уроку. О метании каких снарядов знаете вы? Из каких этапов состоит техника метания снаряда? Назовите основные положения техники безопасности. Проведем небольшую рефлексию. Чему вы научились, что вы узнали, что вам понравилось, затруднялись ли вы? Наш урок подходит к концу. Всем спасибо, до свидания.